судьбой, неотделим от мишуры сомнений. Но где-то глубоко внутри, минуя сумрак, мы все несем в себе незримый свет. Сегодня в нашей школе знаменательный день. Мы рады приветствовать в ее стенах юных исследователей и их наставников. Всех, кто собрался в этом зале на второй этап Московского городского конкурса исследовательских и проектных работ обучающихся образовательных организаций. А вот плакать вовсе никому. Настал час больших секретов, 100 вопросов, 100 ответов. Все готовимся к нему. Отвечать на почему? Слово для торжественного открытия Московского городского конкурса исследовательских и проектных работ обучающихся предоставляется заместителю директора по учебно-воспитательной работе школы номер 641 имени Сергея Есенина Ольге Александровне Ульяновой. Скажи-ка, дружок, где начинается день? А? Если идти над землей вместе с солнышком, то как определить, где кончается вторник, а где начинается среда? Ой, смотрите, Алиса, она уснула ангельским сном, погружаясь в сон все глубже и глубже, но вдруг... Да, это она! Это Алиса! Вроде похоже. Наверное, это не та Алиса. Ой, кролик? Это мой сон? Я опять попала в страну чудес? Нет. Ты ошибаешься, ты попала в страну научных чудес. Много неясного в этой стране. Можно запутаться и заблудиться. Даже мурашки бегут по спине, но жестота здесь хранится. Как все забавно здесь и чудно, как будто я в волшебном сне. В какой стране же я очнулась, и что же дальше делать мне? Сейчас ты все узнаешь, шляпка тебе объяснит, где ты оказалась. Научных чудес, где невозможное возможно, а что правда, то неправда, и наоборот. Внимание! Ее Величество, королева всех точных, естественных и гуманитарных наук, графиня всех теорий и аксиом, герцогиня гипотез и доказательств, объявляет в своем королевстве 27 января 2018 года конкурс юных академиков. Всем-всем, кому интересно, как устроен этот мир, кто любит читать книжки, задавать вопросы и находить на них ответы, кто любит ставить опыты и эксперименты, просим явиться во дворец и показать ее величество королеве свои научные изыскания. Ах, как интересно! Еще о науке гуляет молва, что она в порядок ум приводит, поэтому хорошие слова часто говорят о ней в народе. Как бы мне хотелось познакомиться с королевой! Высокочтимое научное собрание, прошу у вас достойного внимания. Царица всех наук сойдет на трон сейчас, порадует своим присутствием всех нас. Ведь подданных ее не счесть, они во всех науках есть. Надеюсь, меня вы узнали.
Зовусь королевой страны наук я. Видеть всех вас очень рада. Знания ваши сотрут все преграды. Мое королевство все любят и чтут. В моем королевстве науки живут. Кто ты, прелестное дитя? Позвольте, вам представлюсь я. Алису зовут меня. Очнувшись в королевстве вашем, услышала про ваш указ. И побывать на конкурсе прошу, позвольте мне сейчас. Ну что ж, смотри. Шкатулка особая эта. Она с сюрпризом и секретом. В ней пятерка слуг моих. Проворных, удалых. И все, что вижу я вокруг, все знаю я о них. Они по знаку моему являются в нужде. Зовут их как и почему. Кто, что, когда и где. Да-да, зовут меня все как. И я хочу все знать. Знать, как устроен мир. Как самолет смывает ввысь. Как делают пломбир. Я мудрый братец, почему? Я знаю суть вещей. Ну почему меня зовут профессор кислых щей? Я кто? Ученик, поэт, француз, акула, ежик, слон. Друзья мои, все существа, все, кто одушевлен. А мне подвластен мир вещей. Что? Видим мы вокруг, и даже звезды вдалеке, я самый лучший друг. Храним очень много тайн, и пусть идут года. Мы помним все, нам не забыть, где было и когда. И мы сюда пришли не отдыхать, исследовать, науки постигать.
Наука нам на все года, страной дерзаний, радости, труда. Удачи вам, защиты, ни пуха, ни пера! Никого не было. Можно попросить сесть вас, пожалуйста? Всех, пожалуйста, присядьте.